Вот хоть ты побей. Да, вроде ворам не надо. Гречка, тебе кольцо надо? Нет, мне только пояс остался. А тебе на рублет надо кольцо? Пояс, профа и фетиш, все. Кольцо стукнуло, что ли? Кольцо свали три. Саш, тебе надо? А брони? Хорошо, просто. Она пока не... Рада, что сегодня с тобой? Вон, тебя аркан почти обогнал. Ой, да ладно, это все отмазки. Ну, блядь, что ты будешь брать, нет? У нас вроде как нет демона, и единственный элем был на замене. Раздавай. Окей, спасибо. Так что, какой ДПС РДДшников спрашиваешь? О, здесь боешь. На в мелком или в большом? Это в мелком, по-моему, я там кликался, правильно был. Что так медленно этот трэш бьете? Как те Санта и Дестрик. Пианин по-любому. Такой пианино, там всегда две кнопки будут. Локи жалуются на то, что у них нет демона в классе. Всех, кто ниже инопланетянина, вагон. Дать диспел. Да, в пародии. Нет. Просто. Же я ути, вагоны на. Ну, в Афрофе там практически 20к было, пока у меня пальцы не перестали. Чё ты от фаера ушел? Хочу попробовать. Просто чуть-чуть интереснее. Одна кнопка. А чё, арканы вообще не дамажат в ТП? А чё в аркане никто не играет? Бесполезнейший спек. Он даже хуже, чем в 4-4 бегать. Там ротация ещё проще, но при этом он дамажит примерно столько. Ничего, на форуме не наныли еще на ап? Чё, может быть еще проще. Представь себе, там даже по 4 вспышки не надо кидать, там приоритет стрел. Обстрел по откату и стрелы кидаешь. Все. Вспышка там, если у тебя не прокуют стрелы. Кирс, как тебе по доварану бегать? Неплохо. Я могу прилететь. Нам бы не пришлось 20 секунд раить на этот шкаф. А, я в рейд закинул. Ну, я тут просто с покупателями переписываюсь, даже не вижу. Яркий пример аркана, Ника.
Тише, тише. Не пугай магов. Вонять не будет. Я вот уже подумала себе арканы сделать. Фу-фу, я с тобой ходить перестану. Сразу после совы. Сразу после совы. Адмирал, четвертое ПД. Тотем, пожалуйста, не стой. Это сложно. Бой. Шкаф? Там дядька бежит сзади. Ну, там немножечко исследователь чумы. Кто не в бою может нажать? Ты еще и зеленая, как тебя вообще разглядеть? Я всегда поставил в стрим. Шаманов ставят стены для того, чтобы они не перемещались. На ходу не хилим. Джонни, с противоположной стороны, там, где рестор дровит тотем, ставишь там стоит. Фарада, слышишь, что с тобой случилось? Чё? Ты же нормально вроде ДПС. Я говорю, что нормально ДПС. Каждому чем я писал? Каждому надо спросить. Сейчас. Я вам фору даю, пока я камни в хосту не перед. Ну теперь моя очередь. Фарада, где ДПС? Ты нахуй. На пуф кого-то. Так, подожди. Мне тут челик про кровь с хэмки спрашивает. Поздно. Поздно. Вообще было еще не поздно, но ладно. Ну, у нас маг есть. Уже там поздно. Более мягкий будет. А он квест взял? Да. Полина, Полин. Вагончик. По вот этому это какое-то несчастное место. Они агрят на себе эти. Спор. Красиво. Карина, Карина. Адмирал, адмирал. ШП, ты серьезно? Кровь есть? Ой, кровь, осколок. Осколок? Да. Крови не вижу. Что оставил столько газа? Я его даже чувствую.
Что конька? Где ДПС? Я пельмешки ловлю. Вкусные? Да. Готовим пельмешки с коника и артемией. Кто из них держит так по мясу? Конечно, конь мясо. У него уже даже в названии нет. Зачем артемия? Один 12 РДДшников. Я могу под босс? Собрал. Давайте Фарада в жертву. Я могу за стеной постоять. Да не, я тебя в жертву. Если в миле будет газ, то виноват Кирс. Так в смысле? 12 человек РДДшник. И что? Надо, по-моему, 7 или 8. Возле каждого крана по два. Ну, 8, да. Возле каждого черепа. Че, Геру сразу дам тогда? Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой смеси. Это у нас 4 шамана могут поставить один тотем. Зачем еще шаман один бегал по ренджу? Какой осколок тебя тотем? На саппорт. Никто не упал, прохиливал. Ого, да я поэт! Потрясающе! Ну, на профессоре будет. Скажите, с Джайн и Жезл с красным гнездом? Да. Надо подождать. Не
Я всего один раз сказал, да ладно, в следующий раз возьму, в следующий раз точно упадут. Уже 3-4 КД не падают перчатки. Возьми ты 5-е, не парься. Угу. И одно гнездо просто выбросить. Так, ты же забирал, по-моему, перчатки на хосту, нет? Да смотри, этот конь. А потом выйдет апт 5, который падает с робота. Будешь себе апать перчатки. Кого-то отдать не можешь? Нет, не работает вообще. Я нажимаю, типа, отдать фришкой, а у меня она... Я там рукава это залпом не санул, наверное, на обскат нажал. Они мне на ок нужны, если никому не нужны. Я их возьму. Блять. Это что у нас получается, квест на синдру на этой неделе? Видимо, да. Возьми себе Фарада, ему потом надо. Да ты Шерлок. Миша, ты весь вот себе забрал? А? Ты вот Дори замгал? А вот забрал. Весь. Забой еще с босса. Вот. Да не, просто с чай ряду оба что-то ничего не пишет. Берите рыбу. А че вы решили на эту идти? Там последняя же парада. В смысле? Парады, короче, бежит на Алхима, я думал, там постоянно. Он остался один еще туда. Ну я смотрю, вы это активировали Янки. Бабка моя. Я по тебе скучаю. Парады, где ты ДПС? Для Насти. Чего для Насти? Эдвард, радуйся, что ты меня пока обгонишь. Пойдем на ванну. Я во фрай распекну. Ты представляешь, когда у меня будет ШМ? Придем на ванну, он сорвет укус и умрет. И с укусом умрет, да? Угу. Не, ну а чё, ваги в рейде нет? По поводу умрет, все мы вышлимся, но мы будем его до последней вышли. Но это не точно. Нет, я буду, он не умрет. Нифига он ещё себе не кинул, ты нормально. Не, на 4. Самом деле... Он будет как второй вазелин. Сплав? Нет, он сорвёт, он умрёт, мы его не отхилим. На шутки ради будет. Гречка еще истерию на переход кидался, когда она взлетит. И точно отклинится. Когда у нас в ходе появилось 4 шипа креста? Вообще шок, да? То ни одного. Не, 4 слишком просто, надо уменьшить. Нерик, ты должен получать. Ну что, точно не забудет хоть кто-нибудь кинуть антифир на цель. Ага. Обычно чем больше людей одного класса, тем меньше... Их стало много, не значит, что они не будут забывать. Наоборот, будет каждый думать, кинет кто-нибудь друг. Значит, кинет самый лучший, самый дамажащий.
планета тебя сейчас только что самым дамажащим. О, планета, что-то я его давно не видел. Отпирал, проснулся. Да, он просто спился после того, когда Таньку забрал. Как он может быть самым лучшим, если он слился? Миша Бое. Была Лена Боешка, теперь Миша Боешка. Колокол? Ну, Боешка. Такая неподдельная радость и восторг. На зелень у тебя прав недостаточно. И вас бесправно. И под ДП поставишь, чтобы я там только от превосходного. Чтоб зеленку просто так собирать. Вы смертные. Думали, что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины короля лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья. Миш, закидывай себе весь шмот с начислением ГП. Один раз воиды тоже запихали за ГП. Коником. Бафните друида. Да-да, я здесь. Я правая на поле. Такая горда, да? Гречка, не надо бегать хилом. В центре стоят хилы. Медики бегают. Кинетика падает прям в упор к боссу. Умрёшь. Поле паладин. 24 стака. Умрёшь. Колок.
Да, 4 это жестко. Я, блядь, уже 6 набираю, думаю, ёб твою мать. Да, ты только ДБМ заносить, ты уже думаешь, так надо стопать. Надо озвучку. Надо озвучку добавить. Че-нибудь типа остановитесь. Я тебе сейчас напишу, что надо добавить. Сколько максимум всего стаков набирал? Вчерашний. То ли 30, то ли еще сколько. Котенок, тебе воятель на успех надо или что? Амир, беги, беги сюда, не зайди. Ну-ка, может. Чё ты смеешься? Кстати, говорят, на танк хорошо заходит. На Мишку, да? Котенок. Тебе на медведя надо или ты промахнулась? Нет, я про воятель. Кнопка грида не работает. Генерал ПМ. Чего? Амир, Амир, я нашел. На секундочку. Во флудилке. А сколько, кстати, всего осталось осколков? Душа ему. И еще не просто вот он кричит, прикинь, а бежишь, стаки стакаешь, у тебя он вылезает прям. Никто не в курсе. И каждым стаке. Да. И с каждым стаком он все больше и больше. Много осталось. Что-то, по-моему, порядка 15, что ли. Что, напулить в сову? Тут гевки нету. У нас есть сова? О, у нас есть котенок. А я и не замечу. Да вообще, блин, шифруется. Сова с ником котенок. Ага, откидывать перестали. Ты не подсказывай, что им делать надо. Ариана, ты как бывает? Так что, Миша, тебя напомнить? Он же умрет на перехватке. А что ты напулил в тебя? Я вначале не бью, так что можешь напуливать. Можно рыбу? Выкрутился как, да? Нет, я специально не бью, чтобы не забирать. Уступая лучшим ДПСникам. Миш, дай рыбу. Спасибо. Амирал. На пульте все на фарады. Может, хоть ДПС покажет. Пипал. Пипал, ты здесь?
походу ли паучу мой писал? Нет. Секрет. Пепал. Не сейчас. Ну, это соточка, да? Чё он тут? Саша? Тут кто? Кто первый это берет? Кого? Это было неразумное решение. Выбирать будешь? Или там позже после укуса? Сколько я думал. Мирал, включи стрим в Дискорде. На Твиче идет, Лех. Меня вот еще с самого начала вопрос. Адмирал, блин. Блять. Лакер, блин. Меня отвлекли. Можно разговаривать и бегать. Нет. Слишком сложно. А мы лучше же покинем же сейчас антифир, да? Редвар. Кто это сделал? Ты про что? Антифир кто дал, ты? Понимаем, мы сегодня все без Гера убиваем. Гера сегодня не выйдет, она наказана. Маны, можно? Я по ХП смотрю. И гимна маны. Я без начальства не даю. Артемия сорвет сейчас. Не сорвет. Спасибо. Четвертое место без укуса. Класс. Погоди, кто, кстати, меня вообще укусил-то? Почему не укусили меня? Самое забавное, когда я был на четвертой позиции, меня не укусили. У кого ты Фарада ДПС спрашиваешь? Да. Так я без укуса. Ну, если что, выносил. Я без укуса. Видимо, только хилов укусили.
и танков. Адмирал, в следующий раз говори, сейчас спою. На успех не могу. В ДБМ встроить, чтоб всем это кричало. Ты нажимаешь этот гимн какой-нибудь, и у тебя всех ДБМ. Сейчас спою! Ну чё, я заранее могу хила, да, спик? Ну, конечно. Не, лучше на трэш остаться в ДД. Зачем? Для медиков плохо, потому что до нас 5 медиков типа не жизнь. О, нет. РРД шаманы можно их поталкивать? Ты пробуешь. Шаманы их далеко. Джонни, Кэтворч, техника. Телефон, да. Трогаешь за кольцом, да? Что? Говорю, кольцо ждет сидит? Да. Блин. И тут я вспомнила, что у меня вчера был какой-то покупатель, а я забыла голду в геймпанк. А я уже даже не помню, что мне покупали, насколько. Ты случайно кнопку Дискорда нажала, когда говорила. Возвращаешь два раза больше. Не, ну я вчера, по-моему, только ты 5 ходовала один раз, все. Ну, что там, 40 тысяч. Это память. Леха такой, так. Ничего страшного. Забыла. В Дискорде получше слышно? Да. Погромче, я бы сказал. Нет, почетче. Резко погромче. Только немножко эхо мешается. Да я что-то смотрю, у меня вместо обычных 60 110. Странно. Половинку подаришь? Половинку себя? Голды. Ну, это Альфонс. Мне хотя бы голды. На нас упроты. Нет. Ну, хотелось бы, да? Начать никогда не поздно, все правильно. Мамика найти, да? Даже печеньки хаймовские по номиналу. Да. Не все еще кому-то нужны? Тем, кто не носит Т5. Себе забирает. Мне кажется, уже все носят Т5. Холи Пава не носит. А, там хп-пара до сих пор 2-2 максимум. Ну они просто не ноют на форуме, поэтому... Ну потому что их и так все устраивает. А кому ноть? ВСП? Оу. У тебя 4 приста, и ты из них не в Т5.
Ну, это новички, это проблема, да. Надо от них избавиться. Ругаюсь. Да, надо от них избавиться. Вот вы делали раньше, год назад были. Сказали, что токен по номиналу. Номинал у него 730. Эх, издевайся быстрее, покажи, как надо. Год назад я бы поиздевался над вами. Ну да, ну да. Ну, это хорошая дальше кошка. Сейчас не хватало фразы, год назад сказала бы я. Я же сейчас сказала. Кирсу спирнулся. Угу. Посмотрите, кто мой, пожалуйста, Гильбан, пока я не забыл. Тебе уже напомнят. Не один человек. Делайте баррикаду. Кстати, компенсацию не забудь. Да, конечно, Редор, положи, если хочешь. Как сразу 30 сверху. Кто хилит? Два шамана и паладин. А кто? Ники. У нас три шамана сейчас. Три шамана и паладин. Поняла. Больше шаманов. Пипал, ты здесь? Пипал. Джонни, летаем слева направо, примерно 6-7 часов оттуда. Блин, я когда слышу Джонни. Джонни, где деньги? Это можно добавить ДБ. Сундук не открываете? Это босса замены никому не нужны? Залечите мои раны. Че теперь Артемия не хочет на бога бегать? Она так хотела яростно. Мне кажется, замена там просто спит уже. Она хотела на БГ. Ничего не спит. Ты сейчас точно пора Артемию, да? Ну или на Багана куда-то хотела, то на аренду, на БК, я не помню. Скорее она хотела просто посидеть и отдохнуть от вас. Странно. С чего бы это? А в прошлый раз она не хотела отдохнуть ночью в гараже. А там у нее ночью второе дыхание открывается. Просто моя... Ваша ночь — это мое утро. Перед центром перерыв будет? Да хуй после Джона уже перерыв. Кто-то хочет перерыв. Согласен с Нургбетом. Да. Кампада уже отходил. Кислорода нет, можно без перерыва. Тикерс, они не вошли. Миша прикольно выглядит. Выглядит там, конечно, прикольно, но добавит меньше фаера. Да не, типа он кастует луч, заканчивает, и когда он заканчивается, одновременно с этим куда-то блинкуется, как будто он исчез. Так а в чем там фишка, что он какой-то АОЕ урон хороший дает или что? Я просто красивый. Да, Миша? АОЕ он дает неебическое количество. Да, так он криво работает, он может стрелять даже в кучу мобов, но попадать только по одному. Но тебе в этот, в мини-целка не помешало его откидывать. А он таргетные играет? Луч, да. Yeah.
чё, блин, один и поехали. Ну, я герой дам, ну или там. Почему у нас Холи Паутов на лохе бит? О, потому блин. Холи Пау. Блин, тебе прессочку дай? Вовремя которая. Кстати, СС на него кинули, нет? Ты вдруг умрёт. Давали? Все, ебаш. Пусть он умрет, а толку а уже под... ему будет вставать. А под Гера пресс не работает. Просто типа у Кирса с Полиной 30% от хила у каждого. И у Холи Пала 8. Ну, стаки, наверное, 10. Про этого. Он без стаков просто. Он накручивает, наверное. У него... Не было стаков, как у Джонни. Господи, не подходите к сундуку. Квест. Шкаф. Приветствую. Кто-нибудь выйдите? На шкаф дадите. А, инопланетянин. Классно. Угу. Не хочешь? Холи Паладин, присоедини в чат, пожалуйста, если я расскажу вам что. Попал. Даже никто не вышел. Сейчас Кирсу нет. Давай я фуфнусь. Сейчас с лифта спущусь только. Тут прямо наверху офис. Холи Паладин. Рел назначил нас летать четвером, значит, нужно было летать четвером. И частицу надо было не на инопланетянина вешать, а как минимум либо на Вальку, либо на Лока, которым повышен щит. Частицу если всегда на Вальку вешать. На Вальку, значит. И хилит тогда через Лока. Там повышенный хил, если на нем щит. По чистому хилу я от Полины на 200к сил отстал по Вальке. Ты знаешь, вот у меня сейчас скорость 1600, я бы в КД упиралась, я больше так делать не буду. Ром, упираешься все-таки, да? Ну вот мы вчера с Джонни разговаривали по поводу хосты. Я решила... Кольцо нужно было, Карин? Да, кольцо. Да, русский. ГКД уперлась. Я думаю, Джонни меня услышал сейчас. Ну через малую, да, там, наверное, уже в ГКД упираешься. Угу. Ну, большой, наверное, нормально еще. А, ну скажите, когда там зайти можно? Пианист, ты будешь состав менять? Да, ну, вроде так нормально. А у вас такое было зарейдить, чтобы с ОК со всех боссов типа скок падал? Было. И не раз. По-моему, Сантейл как-то, по-моему, тоже. Вон Лёха со всех боссов. Лёха за 2 КД 24 осколка собрал-то. Угу. У нас что-то там несколько человек было, которым там подряд за 2 КД практически половину осколков собирали. Можно кикать? Да, все. Теперь вопрос на засыпку. Мидля зона, которая не нужна синдра. Помогаешь. Мидля зона, которая мне нужна синдра. Плюс в чат. Перевяжу. Ну, остальные, наверное, хотят квык на оф. Нет, на оф я квык. Всем нужна, походу. Меня просит атаковать, я его заберу. Кир, заходи. Mm-hmm. Санта, идешь? Вперед. Ну, могу вместо нуклета потанковать. Подземелье заполнено. Все, брос. Мир, кури пока. Там на дорогу еще не вылетел.
Пишите на Синдру так, на проф или чат. Чувак, ты тут терроризируешь эликов у входа? Да, Ольста тут? Кто там у нас переводчиком был? Я что-то опять не понял, что он сказал. Синдру так, на лича у меня, ты прав. Если бы с расту сделал, да, ну, пальцы прокали более стабильно, было бы вообще а так. Мне кажется, там надо не шанс, а именно привязку к чему-то делать, чтобы стаки накапливали. А так выпускаешь 10 ФБшек и вообще 0 пальцев. А сколько у тебя крита? Там не в крите дело, там пацаны. А что делают пальцы, я забыл просто. Он уж критический удар. А. Все 5, они дают стаки. А почему, кстати, он не танчит? Он танчит. Он, кстати, собачки клык собирал. Кто не танчит?
мультик или так пищат там.